Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Последние два года Анастасия Заворотнюк борется с одним из самых агрессивных видов рака – глиобластомой головного мозга – и совсем не появляется на публике. За это время актриса пережила две операции – рецидив и нашла спасение в экспериментальной терапии. Об этом КПРУ рассказал Петр Чумаков, член-корреспондент РАН, профессор, который лично видел клетки опухоли и разработал для нее лечение вирусами. По словам ученого, несмотря на успехи в терапии, вернуться к полноценной работе Заворотнюк уже вряд ли когда-нибудь сможет. Извините. Но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Мозг поврежден, могут быть когнитивные проблемы. Вряд ли Заворотнюк сможет произносить какие-то монологи, если только появляться в эпизодах, поделился Петр Чумаков. Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности. Она в каталке, не ходит сама. К сожалению, эта болезнь одна из самых худших, и прогноз почти всегда неутешительный. Профессия в этом случае не главное. Главное – сохранить жизнь. Сохранить прежнюю внешность в этом случае тоже невозможно. Красавица Анастасия уже никогда не будет прежней. Ученый не исключил, что сейчас она выглядит так же, как в свое время выглядела Жанна Фриске. Отеки и лишний вес – неизбежные последствия лечения. Это эффект от гормональных препаратов, которые применяют, чтобы избежать отека мозга, объяснил профессор. Конечно, человек очень меняется. Лицо становится дутловатым, вплоть до неузнаваемости. Все процессы в организме меняются. Это неизбежно сопутствует такому заболеванию. Я вполне допускаю, что и у Анастасии сейчас такой же вид, как у Жанны Фриске, поэтому родные и скрывают ее от публики. Напомним, онкологию актрисы обнаружили весной 19-го, вскоре после рождения дочери Милы. Спасением для Анастасии стала забота близких. Муж Петр Чернышов максимально оградил жену от внимания и нашел для нее лучших врачей. С тех пор разрывается между семьей и работой, чтобы обеспечить больную супругу дорогостоящими медикаментами. То, что прекрасная няня уже два года борется с болезнью, эксперты называют настоящим чудом. Театральный продюсер Владимир Сергеев также считает, что у актрисы Заворотнюк изменился взгляд, а состояние и цвет ее кожи вызывают опасения. Один из лечащих врачей звезды кино сравнил ее с Жанной Фриске, страдающей когда-то от ракового заболевания. Он говорит, что изменений во внешности Анастасии происходят не в лучшую сторону. Тем временем, другой известный музыкальный продюсер Олеся Сазыкина считает, что несмотря на то, что звезде довелось пережить, Анастасия все равно даже и не думает опускать руки. Она продолжает верить в хороший исход. Анастасию поддерживают как близкие люди, так и священнослужители, с которыми она, по словам Олеси, общается каждый день.